Модель азербайджанской службы ОСАН по оказанию услуг населению признается успешной и изучается в мире. В настоящее время с 20 странами ведутся переговоры по ее внедрению. Накануне в Уганде открылся Центр государственных услуг, который будет функционировать по модели службы ОСАН. В рамках визита в эту африканскую страну азербайджанскую делегацию принял президент Уганды. Были проведены встречи и с другими официальными лицами. Опыт Азербайджана в оказании государственных услуг гражданам изучает и официально. Подробнее об этом нам расскажет директор ОСАН Радио Эмин Мусави. Приветствую всех зрителей телеканала CBC из далекой Африки. Это Эфиопия. Еще несколько дней тому назад мы были в Уганде, в городе Кампала, это столица, затем Коима. В Коима открывался Центр государственных услуг полностью на основе модели ОСАН. Наши коллеги во главе с председателем ОСАН Хидмет Ульви Бехтиевым участвовали на открытии государственного центра оказания услуг. И с другой стороны, на этом мероприятии принимал участие министр по государственным услугам, это специальное министерство в Уганде. Модель ОСАН Хидмет изучается во многих странах мира. Примерно 20 стран, с которыми идут сейчас переговоры и есть межведомственные отношения. До сегодняшнего дня в Афганистане, в Индонезии, а также в Узбекистане и уже в Уганде функционируют центры оказания государственных услуг полностью на основе нашего интеллектуального продукта, бренда ОСАН Хидмет. Это модель, которая неоднократно получала высшие награды со стороны различных международных организаций и стран. И в первую очередь хотелось бы назвать Организацию Объединенных Наций. Несколько лет тому назад ОСАН Хидмет официально был признан донором 1 по оказанию государственных услуг. Почему именно модель ОСАН, а не какая-то британская или французская модель? Ведь вы знаете, что Уганда много лет была колонией Великобритании, больше 60 лет. Это уже независимая страна, и несмотря на это, не какая-то западная модель, а именно бренд Азербайджана, модель ОСАН, была выбрана для того, чтобы люди получали качественные услуги. Нам рассказывали о том, чтобы, например, в одном городе Коима или в каком-то другом получить качественные государственные услуги, людям приходилось ехать в столицу 3, 5, 10 часов на машине. Сейчас уже государственные услуги благодаря модели ОСАН стали очень близкими и доступными гражданам Уганды. Сейчас мы в Эфиопии и здесь уже провели несколько встреч. Наши коллеги встречались на самом высоком уровне с руководителями различных организаций, с министрами, которые имеют отношение непосредственно к государственным услугам. Специально для телеканала CBC Эмин Мусави, Аддис Абеба. Директор ОСАН Радио Эмин Мусави рассказал о внедрении за рубежом азербайджанской службы ОСАН.